Приветик, дорогие ребята! Сегодня я расскажу вам познавательно-поучительную сказку. Для чего нужно чистить зубки? Жил на свете один маленький микроб. Только у него дома не было. А он так мечтал поселиться в каком-нибудь хорошеньком месте. В девочке или в мальчике. Чтобы они потом непременно заболели. Бродил он так, искал себе место, пока не очутился во рту одного мальчика. «Какое отличное местечко!» – воскликнул микроб. «Столько зубов и все нечищенные! В каком же зубе мне поселиться? Поселюсь-ка я вон в том, где дырка!» Мальчик грыз леденцы, вот зуб у него и треснул. А мне досталась прекрасная пещерка для жилья. Так он и сделал. Домик оказался просто прекрасным. Ну а микробу показалось, что в нем недостаточно места. И стал он его расширять. Дырка в зубе становилась все огромнее и огромнее, а микробов в ней все больше и больше. Микроб пригласил туда пожить всех своих друзей и знакомых. Так все и продолжалось до тех пор, пока зуб у мальчика не разболелся. Да так сильно, что он бегом прибежал к доктору. Доктор, конечно, вырвал больной зуб со всеми этими микробами. И теперь микробы ищут себе новый дом. Вот так вот, дорогие ребята, зубки надо чистить по утрам и вечерам. Ты же не хочешь, чтобы у тебя во рту поселились гадкие-гадкие микробы?